Друзья, всем привет! Совсем коротенькое видео. Видим, запустили мы второй аквариум. Сегодня я рыбок запустил. В первый аквариум добавил чуть-чуть скалярий. Но тут, видите, красного цвета чуть-чуть переборщил я. Но ничего страшного, попробовать надо. Ну и скалярий, в принципе, если платиновый, конечно, побольше бы холодного белого. Ну вот в вашем аквариуме они будут смотреться хорошо. Если кому-то надо, обращайтесь. Телефон в описании есть. Да и вообще вы знаете, где меня найти и как найти. Телефончик в описании есть. 2977-3902. Тут у нас барбусы. Барбусы суматранские. Тоже не так много. Мне кажется, 150 штучек я выпустил. Молоденькие. Озорные. Красивые. А сверху Данио. Данио у нас и розовые, и голубые. Совсем все еще молоденькие. Рыбкам надо осваиваться в вашем новом доме, потому что тут они будут большой, видите, семье. Никто никого не трогает. Аквариум 160 литров. Хорошая фильтрация, хорошая продувка. Свет не для растений, а для рыбок. Так что, ребят, звоните, барбусы вас ждут. Не только барбусы, и скалярии, и тернеции, и вообще большой ассортимент рыбок. Сейчас лето, и понятно, что рыбки особо-то никому не нужны. Дачи, огороды, сезоны. Видите, не что-то тернеция. Тернеция, вы знаете, у меня штучек 500 есть. А это так, чисто любительски. Скалярии тут 100 штучек. Чуть-чуть Данию, наверное, 10 из прошлой партии. И вот как это выглядит. Сейчас мы с вами отойдем. Посмотрим. Видите, вот два аквариума. Один такой с более красным цветом. Там 4 диода красного. Тут уже более белый, белый, холодный. Два синих, ну, голубых. А остальное все уже 6 таких диодов по 2,5 ватта уже. Яркий-яркий, холодный белый. Ребят, все показал, рассказал. Я думаю, много чего рассказывать про Данию, скалярии, барбусы. Вы сами все знаете. У меня много-много роликов про этих рыбок. Просто хотелось с вами поделиться, рассказать, вот как два аквариума выглядят, когда уже рыбка запущена. Так что смотрим, не забываем подписываться, ставить лайки. Всем пока-пока-пока.